Прежде чем выйти из режима редактирования сэмпла, я хочу, чтобы MPC Touch вычислил темп нашего сэмпла и применил его к текущей секвенции. Я хочу использовать оригинальный темп сэмпла, не изменяя его скорости или высоты. Or tune it down. I just want to know what that tempo is and then apply that tempo to the sequence for this. Для этого я прикоснусь к кнопке BPM на экране. В открывшемся диалоговом окне мне нужно указать количество долей в сэмпле, для того, чтобы темп был высчитан верно. Имейте в виду, программа запрашивает количество долей, а не количество тактов. Я закрою окно, запущу сэмпл и посчитаю количество долей в нем, учитывая, что используемый размер будет 4 четверти. Если вы уже обратили внимание на то, что наш сэмпл имеет длину в 4 такта, вы сможете высчитать количество долей. Однако я все же запущу сэмпл и посчитаю доли. Итак, здесь у нас 16 долей. Выберем окно BPM. Дважды тапнем вот здесь и введем получившееся значение 16 долей. На основе этой информации MPC Touch высчитал темп сэмпла. Это 119,1 ударов в минуту. Выбираем two sequence, чтобы применить этот темп к секвенции. Вернемся к основному экрану. Наверху мы можем заметить установленный темп — 117,8 BPM. Теперь, если я запишу этот сэмпл в секвенцию, его длина точно совпадет с темпом. Для начала установим длину секвенции в 4 такта. Прикоснемся к экрану вот здесь и используем универсальный энкодер для ввода нужного значения. Это 4 такта, так как наш сэмпл имеет именно такую длину. Как я уже говорил ранее, каждая секвенция состоит из треков. Здесь у нас выбран пустой трек, трек номер один. Всего у нас доступно 128 треков, 128 секвенций и 128 программ, доступных в MPC Software. Итак, запишем четырехтактовый луп в первый трек, используя сэмпл Touch Piano. Я нажимаю кнопку Record и затем кнопку Play Start. Начинается предварительный отсчет длиной в один такт. Я отключил метроном по окончании записи, чтобы он не мешал. Для того, чтобы отключить метроном, можно нажать вот эту кнопку на экране. Итак, у нас получился отличный луп, потому что темп сэмпла идеально совпал с темпом секвенции, так что нам не придется ничего менять. Сейчас мы готовы добавить новые программы и треки в нашу композицию. Однако прежде чем двигаться дальше, стоит присвоить название записанному треку и секвенции. Для начала переименуем программу. Как вы видите, сейчас ее название Program 001. Я нажимаю вот эту букву A на экране, и теперь в открывшемся окне я могу ввести название программы. Я назову программу Touch Piano, потому что это единственный сэмпл, который содержится в данной программе. Так будет понятнее. Теперь переименуем трек. Назовем его «Пиано». Присваивая трекам и секвенциям имена, вы облегчаете себе процесс аранжировки песен и экспорта стемс треков для работы в DAW, например, микширование или аранжировки. Отлично. Итак, добавим новую программу. В новой программе я буду использовать сэмплы, расположенные на жестком диске компьютера. Выберем следующий трек. Вот эти сенсорные кнопки позволяют сменять треки вперед и назад. Также я могу выбрать трек, дважды тапнув по полю трека или поворачивая универсальный энкодер. Итак, мы выбрали второй трек, теперь добавим сюда сэмплы. Нажатием комбинации кнопок Shift и меню запустим браузер. На рабочем столе у меня есть папка с барабанными сэмплами, которые мне понадобятся. Дважды тапнем в верхней области браузера. Во всплывающем меню выберем рабочий стол. Здесь расположена папка TouchBWF. Дважды тапнем по ней. В папке находятся сэмплы, которые я собираюсь использовать для создания новой программы. Мы слышим, как звучат сэмплы, так как функция предварительного прослушивания находится в режиме авто. Так что, когда я выбираю сэмпл, он автоматически воспроизводится. Я хочу загрузить все эти сэмплы в пул MPC Touch. После этого я смогу загрузить сэмплы в новую или уже имеющуюся программу. Используя браузер, не забывайте о фильтрах, расположенных наверху. В моем случае активирован режим All, так что я вижу все типы файлов в этой папке. Однако, если я активирую фильтрацию по проектам, мы ничего не увидим, потому что в этой папке нет ни одного файла проектов. Если вы ищете файлы секвенций, активируйте фильтрацию по секвенциям. Как вы видите, секвенции в этой папке тоже нет. Фильтрация по программам также показывает пустоту. Фильтрация по сэмплам показывает нам сэмплы, расположенные в этой папке. Выбор пункта All показывает все — секвенции, проекты, сэмплы и так далее. Итак, существует несколько способов загрузить эти сэмплы в проект. Я могу дважды тапнуть по сэмплу. Я могу выбрать сэмпл и нажать кнопку Load. Я могу выбрать сэмпл с помощью универсального энкодера и затем нажать его. Или же, если я захочу загрузить сразу несколько сэмплов или все сэмплы, я смогу перейти к программе, выбрать верхний сэмпл и затем, удерживая Shift, выбрать нижний сэмпл. Затем я притащу сэмплы в пул мышью. Для того, чтобы отменить выделение ненужных сэмплов, например, сэмпла Snare 2, удерживая кнопку Command, щелкните по сэмплу. Также можно отменить выделение других сэмплов или добавить сэмплы к выделенным. Теперь нам нужно добавить загруженные сэмплы в программу. Однако сначала придется создать эту программу. Если прикоснуться к одному из загруженных сэмплов в браузере, вы увидите вот это меню. Здесь находятся все импортированные сэмплы. Однако в данный момент выбрана программа Touch Piano, которую я создал ранее и назвал вот так вот криво. Сейчас мне нужно создать новую программу. Вернемся к главному экрану. Для начала я, пожалуй, исправлю название программы. Теперь создадим новую программу. Для этого я дотронусь до небольшого плюсика здесь. Далее выберем название программы, прежде чем добавлять в нее сэмплы. Назовем программу Drum Kit. Я делаю успехи в правописании. Вернемся к, браузеру, вернемся к браузеру нажатием комбинации кнопок shift меню и загрузим сэмплы в эту программу Для начала отключим функцию предпослушки Начнем с бочек Выбираем первый пэд и назначаем сюда первую бочку Выбираем следующий пэд и следующую бочку Сэмпл автоматически назначается Кик 5, кик 7, кик 8, кик А. Опс, кик А, кик BwF. Пришло время рабочих барабанов. Первый рабочий вот сюда snare и так далее. Snare, snare, snare. Go Перейдем вот here, сюда и добавим хэты. Итак, я загрузил эти сэмплы в банк А программы Drum Kit. Вернемся к основному экрану и запишем партии бочки и рабочего. Однако сначала назовем новый трек. Назовем его Kick Snare.